Солдат спецслужбы идет. Солдат спецслужбы идет. Доброе утро! Солдат спецслужбы идет, да? Товарищ инспектор, а можете машину передвинуть? Я что-то не понял, вообще это тут общение какое-то непонятно, да? Вообще пофиг, да, походу? Делает вид. Понт создает. Их тем более ловить надо же с нарушением. Ну что, инспектор, как так получилось-то? Что ж вы спите и нарушаете сразу? Что нарушаете? Правила дорожного движения. Мы сейчас вот тут дорогу закрывать будем. Потом закрывайте сюда, дорогу? Оттуда заезжает. Ну, можно конусы поставить, можно конусы поставить. Все? Нам еще рано, 12 часов. Ну да, но это же не дает вам права нарушать правила дорожного движения, правильно? Тем более спать. Я не нарушаю. Вы не нарушаете? То есть вы считаете, что ваша машина стоит, не нарушая ПДД? Это не моя машина. Моя машина на железке стоит. Ну хорошо, ладно, не ваша машина, вот эта машина. А где водитель? Водитель. А у этой машины водитель отдыхает? Ну мы вот едем мимо и смотрим, что вы нарушаете. Решили вот остановиться и подойти к вам. Сказать, что так нельзя делать. Вы же за рулем были. Как это не ваша машина? Я сегодня днем там работаю. Вы просто передвинуть ее не можете, что ли? Вы что, не можете переставить машину? Мне сказали, что машина здесь стоит. Кто вам сказал? Вот сейчас. Хорошо, ладно, давайте, стоп. Кто вам сказал? У вас начальник? Ваш начальник, правильно сказал вам это? Да. А как вашего начальника зовут? Дежурка. Не, вы же знаете, как дежурная вашего начальника. Давай в дежурной части. Кто вам сказал? Дежурная часть сказала, чтобы вот кольцо вот тут стояла машина, тут дорогу закрывали, чтобы машина можете, отсюда... А вы не можете, я понимаю, а вы что, не можете дежурной части сказать, что если я здесь стану, буду нарушать правила дорожного движения? Вы не думаете тоже своей головой? Или вы просто выполняете, что вам сказали? Кто такой? А если вам скажут головой в унитаз, голову опусти и все, вы тоже так же сделаете? Я думаю, надо думать иногда. Вот для чего вам проблесковый маячок, что вы могли нарушать правила дорожного движения. Одно нажатие. Вам представится, меня зовут Максим Викторович. Я вас просто не знаю, да? Ну, не важно, знаете вы меня, не знаете. Дело не в том, что знаете вы меня или не знаете. Снимайте, что хотите. Дело не в том, что снимайте, мы вас просим, просто поставьте машину, чтобы не нарушала правила дорожного движения, не более. Он не нарушил, он стоит.
Вы бред несете, вы понимаете? Вы бред просто говорите. Вы нас за дураков постоянно считаете. Почему так? Республиканский, что ли? Тем более республика. Элита, вообще вы не знаете. Просто передвиньте машину, так лучше будет, я думаю. Либо включить радиосковы, либо ограждайте свою машину. Вот сейчас вот тут час, вот постойте, сейчас будете смотреть, будете снимать, что происходит, будет, короче. Ну, обычно я вот сегодня тут я первый раз. Я день, там сутки работал. Мне попросили вечером вот дорогу закрыть, чтобы мы же вам сейчас не говорим, что вы здесь не должны быть, правильно? Мы говорим, хорошо, вы можете здесь стоять, но вы можете отходить от правил дорожного движения, включая проблесковый маячок. Все, вы можете стоять и спать в машине с проблесковым маячком, проблем нет. Либо на стоянку поставить и там спать спокойно, никто бы слова вам не сказал. Так вы же стоите просто нагло, нарушаете правила дорожного движения, а потом нас, водители, когда мы нарушаем правила дорожного движения, вы штрафуете. Он... Инспектора? Инспекторат штрафует нас. Ваши службы вообще для чего? Пресекать нарушения, правильно? Выявлять, пресекать, наказывать за это, правильно? Не только, чтобы дороги перекрывать, но похоже. То, что у нас на вас форма, это не дает права нарушать правила движения. Пока спали, с машины сколько нас проехали, а вы дорогу перекрываете. Это... Пока спали, вы из машины проезжаешь, и как вы дорогу перекрываете, понятно? Сейчас не перекрываем, да. Молодец, что он там, он у нас сейчас. Он, самолет кончат, да? Берде. Бесат паркинга. Сейчас еще это, а вы стоите. Че, опять 021 прилетает, как всегда. А, сопроводить его. Или сегодня уже не 021? Не понял. 021 сегодня прилетает? Какой 021? Самолет-то. Не, ну а вы зачем дорогу перекрываете? Когда самолеты прилетают? Кортеж вы имеете в виду? Какой кортеж? Люди? Нет, я расскажу. Сейчас он просто не знает, я ему расскажу то, чтобы он слышал. В районе 5 часов прилетает около 5-7 самолетов. Москва, Стамбул, там, не знаю, еще откуда, Алмата и так далее. Прилетает дофига народу. Приезжают встречающих Кирова тьма. И начинают вот здесь парковаться, вот тут непонятно, как разъезжаться. Ну, знаешь, да? Я знаю. Ну, а почему вы не можете объяснить? Мне, почему я не здесь стою? Меня сегодня попросили тут. Я все знаю в этой стране, что происходит, когда, где и во сколько прилетает. Почему я знаю, а вы не можете объяснить? Ну, не знаете, суть несения службы, для чего остановили, знаете, для чего остановили? Просто поставить на машине. Я вам говорю, я вам пытаюсь сказать, он вы, так, пожалуйста, так, не нарушайте сами платят, да? Правила дорожного движения. Приехали, поставили машину с нарушением, спали внутри, за это платят, да? Вы спали? Я не спал. А мы же засняли, как вы спали? Снимай. Ну как снимай? Вы говорите, что вы не спали. Снимай, да, полностью снимай. Нет, вам нечего делать, да? Вы говорите, что вы не спали. Вы же спали. А? Вы голос повышаете. Вы же спали. Я не повышаю. У меня голос такой. Нет, вы же спали, а вы говорите, не спали. Я говорю то, что я заснял, как вы спали. Вы говорите, теперь снимай, что хочешь. Зачем так говорить? Я просто говорю, как звать? Болот. Меня Нурбек на Болот, например, да? Тебе нечего делать, да? Ну, допустим. Дел нет у тебя. Допустим. Че, все? Нам можно нарушать, да? Когда людям делать нечего. Просто введите машину или поставьте критичный продисковый. Сложно стоит сколько назад. А ты слабый. Понимаешь? И что? Понимаешь? Вы же можете на парковку встать вот. Как на парковку? А как мне что? Как людей отсюда? Ну, вы же... Вот когда час сколько будет? Нам сказали, час поставь, час третий и встанет сюда. Не понял. Вот когда час будет, вот тут же час. Сюда подъедете и встанете, когда надо будет. Когда я надо сказал, будет. Пускай машина здесь стоит, она будет стоять здесь. Все. Попытаемся просто узнать, кто вам сказал, кто такие непонятные приказы вам дает. То есть он дал приказ нарушать правила дорожного движения. А машину не передвинете, да, вы уже? Мне сказали, пускай здесь стоит. Пускай стоит. Мне сказали, вот тут дорогу будешь переходить, чтобы люди отсюда заезжали и все. Чтоб тут машины не стояли вот оттуда и все. На основании чего будет дорогу перекрывать? На основании чего будет дорогу перекрывать? Не понял. На основании чего будете перекрывать? На основании люди отсюда заезжают. На что, нельзя? Час пик. Обед, оказывается. Я-то откуда? Я первый раз сегодня. Я первый раз.
Че, пойдем? Угу.